Вот такой у нас день. Два дня валил снег аномальный. Вот эти черные точки, вороны, которые спрятались. Мокрый, конечно, катастрофический снег. И когда все сегодня на работу, выходные кончились. Идеальное солнце и все остальное. Такая красота. В этом году для нас это просто диковинка какая-то. И солнце такое яркое. Но камера не передает это ощущение. Вот и все. Крыш падает вот этот мокрый снег. Но на самом деле я думаю, что все это растает, потому что солнце у нас стало какое-то очень жесткое прямо. Такие вот фантастические прям фигуры. Природа сделала свои поделки. Ну вот. Вот такой вот маленький сюжет.